Дамы и господа, в Red Dead Online началась новая неделя скидок и бонусов. Бандитский абонемент 5 теперь доступен в Red Dead Online по цене 35 золотых слитков. Действует он до 31 мая. Содержит всего 80 уровней. Я так думаю, что их продлят потом до 100. Ну, я думаю, это будет после уже 31 мая. Вернете вы 25 золотых слитков, получите кучу особых предметов одежды, новые инструкции по изготовлению сумок и брошюр с навыками по увеличению количества переносимых патронов и стрел, увеличение опыта выбранной роли, новые варианты гриф и хвостов для лошадей, фильтры для улучшенного фотоаппарата с новыми эффектами и многое другое. Я на подскоке, песик, обкашляем вопросик. Из ограниченной серии нам вернули в каталог пальто Фернуотер, жилет Хоупман, утреннее пальто, наконец-то вернули наше любимое с вами утреннее пальто из модного приговора стиля банды готики. Штаны кончат также из модного приговора, если вы помните про мексиканца. Шляпа Гордения, сапоги Стрикланд и маленький цилиндр. Скидки на предметы одежды в магазине Гасса на все головные уборы. В каталоге действуют скидки на все головные уборы. В принципе, скидка на грузовые повозки. В походных припасах Крипса средняя грузовая повозка стоит 300, большая стоит 450. Если вы только начали играть в Red Dead Online, для вас это будет огромная скидка. Я настоятельно рекомендую покупать, сразу же вкладывать деньги в покупку этих повозок. Если у вас еще нету мясницкого стола, обязательно приобретайте его и покупайте среднюю большую повозку. Скидки в магазине у Мэгги. Конденсатор 495 и медный дистиллятор. Скидка в магазине Гаррет. Походный лагерь стоит 450. Скидки в магазине Мадам на Базар. Это высокоточный бинокль, цилиндр, Стюарт и шляпа Экспедиция. Ну, на этой неделе огромное количество скидок по бизнесам. То есть это и Мэгги, это и Крипс. В принципе, уже достаточно для того, чтобы потратить огромное количество денег всем новичкам, которые только зашли в мир Red Dead Online, купили игру за 350 или совсем недавно начали играть, неважно, покупайте все, что вы можете потратить. Скидки на все костюмы натуралиста, на все костюмы самогонщика, на все костюмы коллекционера, на все костюмы охотника за головами и на все костюмы торговца. То есть скидки на готовые костюмы уже есть. Я напомню, что костюм белая французская рубашка почти из всех модных приговоров находится в костюме Гризли. Приобретайте их со скидками. Ну и не будем забывать про бонусы опыта. На этой неделе за все задания незнакомцев вы будете получать вдвое больше долларов и опыта, втрое больше опыта за зачистку логова бандитов. Выполните задание по продаже товаров или самогона, и вы получите купон со скидкой на 30% на любой предмет для торговца или самогонщика. Все натуралисты, которые зайдут в Red Dead Online на этой неделе, получат в подарок образец легендарной пантеры духа болот. Коллекционерам на этой неделе Мадам Назар получит 5 диких цветков Америки, самогонщики получат 5 бесплатных партий браги и скидку 30% на предмет для новичка, торговцы получат 2 купона по 25 товаров, и это все только если вы зайдете в игру. Поэтому на этой неделе заглянуть, получить целую кучу всяких плюшечек, начать прокачивать бандитский абонемент — самое милое дело. На этой неделе TS Fans и другие на GTA Forums обсуждают будущее обновление, которое должно выйти летом, начало июля, конец июля, начало августа, где, скорее всего, нам добавят что-то связанное с лодками. И TS Fans нашел скрипт, новый скрипт, которого раньше не было, и его добавили абсолютно недавно, связанный он с мистическими вещами. То есть это скрипт, который запускает серию, цепочку сюжетных заданий, связанных с поиском каких-то мистических предметов.
Как вы думаете, что это может быть? Оставляйте ваши комментарии. С вами была Готика, Сократ. До новых встреч!